Уходим! Урок уже идет 2 минуты! Ой, прости! Ой. Аккуратней можно? Ты, девочка-коробка, или как там тебя? Я Ева! Это еще что? У нас урок физкультуры. Эта коробка тебе будет мешать. Да это Ева и так всем мешает. Пусть валит. Мистер, эта коробка как часть меня. Я буду с ней. Ух, эти ваши современные приколы. Давайте уже быстрее разминаться. Нужно сегодня хорошенько потянуться. Блин, не вижу, кто что делает. С коробкой, конечно, неудобно, но других вариантов у меня нет. Есть идея. Ай, мои уши! Ариэль, чего тебе? А давайте новенькая сегодня проведет разминку. Я думаю, она очень хочет. Новенькая, а ну давай разминку проведи. Мы посмотрим на тебя. Эй, с тобой все хорошо? Да уж, классная разминка. Ева, ты кому показываешь? Зеркало? А? Офигеть, я даже не заметила. Эй, Ева, сними коробку, ты же нифига не видишь. Сними коробку, сними коробку, сними коробку. Я ни за что ее не сниму. Бедная Ева, я представляю, как ей тяжело. Ух, в этой коробке очень жарко. Нужно остыть. О, Ева, ты как? Хуже всех, как обычно. А Тамария тебе кличку придумала. Ходячий телевизор. На тебя у тебя коробка на голове. Похоже на телек. Смешно. Ой, не подумала. Прости, подружка. Подружка? Мы что, уже подруги? Ну да. А, кстати, а можно я твою коробку померяю? А зачем? Хочу посмотреть, как там изнутри. Ну... Ого! Вот это ужас! Нравится? Да нет, она того не стоит. Фигня. Неудобно. Ты вообще видел расписание на следующую неделю? 6. Фух, чуть не спалилась. О, Крис, смотри, ходячий телевизор сидит. Что, пусть себе сидит. Не, так неинтересно. Братан, что ты задумал? Ева, а ты коробку снимать не будешь? Нет, я никогда ее не сниму. Она у тебя водонепроницаемая? Не поняла. Так, ты совсем идиот, что ли? Зачем ты это делаешь? А тебе-то что? Идем. Почему они так со мной? Даже не знаю. Вообще без понятия. Ты же всего лишь девочка с коробкой на голове. Все ясно. Да что я не так сказала? Пришла к тебе, чтобы поговорить. Мама, отвали! Ты родила меня некрасивой! А теперь хочешь, чтобы я с тобой поговорила? Нет! Зачем вообще это зеркало? Оно делает меня еще страшнее! Я не хочу! Я ничего не хочу! Тина, чего тебе? У нас урок, ты куда убежала? Вали! Тина, а ты чего нервничаешь? Да я хочу как-то Еве помочь. Она такая красивая, ходит в этой картонной штуке. А ты что, видела, какая она? Я? Нет, нет! Откуда? Я ничего не видела. Ты успела на урок? К сожалению, да. Эй, ту-ту-ту, кто в домике? Отвали от меня! Слышишь, не трогай новенькую, достал уже. Ты же не орешь, чтобы доставать людей. Спасибо, конечно, но не стоило меня защищать. Я не поняла! Это что такое? Почему
Сегодня я выберу 4 человека, которые сделают 2 презентации. Ура! Я обожаю презентации. И кто будет делать? Ты, Диночка, с Ариэль. Фу! Только не эта заучка! А новенькая девочка с Крисом. Да ну, вы чего? Я, конечно, не хочу обижать Еву, но мне кажется, она... А можно я буду с Крисом? Мы с ним лучше смотримся. Нет, я уже все решила. Готовьте презентации, но только очень интересные. И тебе привет. Дина! Я буду делать презентацию с Крисом! Повезло, а я с Ариэль, с этой стервой. Завидую тебе. Да я сама себе завидую. Крис и я. Сам Крис! Офигеть! Стоять! Ты что, влюбилась в нашего Криса? Не знаю, Тина, я не знаю. А вот если бы ты сняла коробку, он бы сразу бы в тебя влюбился. Этого не будет. Я стрёмно. Если я сниму коробку, Крис от меня убежит. Ну, если честно, я думаю, все было бы так. Я, проходи. Крис, а зачем мы сюда пришли? Я привел тебя сюда, чтобы сделать это. Нет, не смотри на меня. Какая же ты красивая. Я именно такой тебя и представлял. Что? Ты серьезно? Да. Зачем ты носила эту коробку? Ну, именно так все бы и было. Я точно знаю. Так, Тина, хватит выдумывать. Это все мысли только. Я стрёмная. И Крису будет пофиг на меня. Ненормальная. Ничего не понял. Блин, Тин, ты вообще, о чем ты думаешь? Такого никогда не будет. А вот зря ты меня не слушаешь. И вообще, как ты можешь давать советы, когда, ну, у тебя у самой нет парня? Я не знаю. Блин, чему нужно? Крисик, заходи, вот твоя напарница. Ева, ты скоро? Мы будем делать презентацию? Да, да, идем. Ла-ла-лай. Хорошо, провести время, влюбленные. Ты, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Какой ужас. Мне совершенно нечего надеть. Хочу на шопинг, а не делать эту тупую презентацию. Здорово, Ариэль. Ну что, давай делать презентацию. Фу, чем это так воняет? Не знаю. Что это такое? Луковый пирог специально для тебя приготовила. Будем пить чай и делать презентацию. Еще раз! Ты такое принесешь в мою комнату? Тебе конец, ясно? Вкусняшку-то зачем выкидывать? Капец. Ладно, давай уж делать презентацию тогда. Я решила, что мы будем делать презентацию на тему «Как стильно одеваться». А, ну, фигня. Давай лучше про еду что-то сделаем. Успокойся. Мы будем делать то, что я скажу, ясно? Да. Давай, одевайся. Нужна тебе сфотка для презентации. Готово. Жесть. Ты что с собой сделала? Я сделала образ, как в модном показе Балистага. Что, не похоже? Тина, ты сплошной антитренд. Я не хочу с тобой делать презу. Нет, Ариэль, прошу, не бросай меня. Если мне поставят тест, меня родители наругают. Не бросай меня, прошу. Ладно, давай раздевайся, я сама все сделаю. О, а там еще, может, целый луковый пирог остался. Пойду соберу с пола. Ну что, про что будем делать презентацию?
Если честно, то я пока не знаю. Ну что ж, давай тогда думать. Ой, слушай, а может давай про животных? Ну там про крыс всяких, про куриц расскажем. Это ты Ариэль ее подружек описала? Да, это точно они. Они точно обидятся. О, а давай про... Ева, а можешь снять коробку? Мне просто некомфортно общаться с человеком, когда я не вижу его лица. Нет, я ни за что не сниму коробку. Даже не спрашивай, почему. Ну что ж, я пытался. О, слушай, а давай про космос. Ну там про инопланетян, про звезды, ну. Отличная идея. Делаем. Давай пять. Ой, ой, о. Так, ну тогда я все буду записывать, ну, чтобы ничего не забыть. Ой. А что это? О, блин. А что это за девка смешная? Да это моя подруга Луиза. Она приезжает иногда, вот я ее сфоткала на память. А ты куда? А как же презентация? Давай потом, я очень сильно хочу в туалет. Интересно, Ева такая смешная подруга Луиза. Ну, на второй фотке она, конечно, красотка. Интересно. Да что ж такое? Я чуть перед Крисом не спалилась. Ой, я совсем забыла про эти фотки. Он мне еще и смешное назвал. Ему точно не понравилось. Я здесь. Так. Нужно срочно избавиться от этих уродских фоток. Отлично, тут никого нет. А ты уверена насчет этого плана? Да, нам нужно украсть эту коробку. Вот она, я так и знала, что Ева ее когда-то снимет. Секунду. Что ты делаешь? Боевой раскрас стервы. Вот дура, я и без тебя бы справилась. Зачем я блестки испортила? Зря только пальцы макала. Ариэль, подожди! Фух, мои уродские фотки больше никто и никогда не увидит. И лицо тоже. Так, стоп. А где коробка? А? Я же ее тут оставляла. О, нет! Только не это! Ее украли! Алло, мама! Срочно в школу, у меня беда! Хоть бы никто не увидел! Хоть бы никто не увидел! Ну что, как там твоя презентация с этой нормальной? Да, все нормально, только она куда-то сбежала. Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло! Я думал, ты от нее сбежишь. Фу. Ну где мама? Ну, как обычно, нельзя ни о чем попросить. Доченька, я здесь. Наконец-то. А можно было побыстрее, еще не спалилась. То, что ты просила, держи. Что это? Ну, пакет. Одевай на голову. Ты же просила чем-то заменить коробку? Ну, мама! Я хотела такую же коробку. Нафига мне этот пакет? Ну, я не нашла такую же коробку. Только это. Офигеть! Спасибо, блин! Теперь я тебя точно ни о чем просить не буду. Иди давай, достала! Я точно лузер. О, Ева, ты тут? Слушай, я тут пока плакат про космос подготовил, пока ты бегаешь непонятно где. Класс. А я смотрю, у тебя уже на голове не коробка, а пакет. Ну, да, решила имидж сменить. Так что идем, закончим презентацию и быстро на урок, да? Ну, погнали. Ну что, ребятки, презентация готова? Ариэль, ну что там, у нас все готово? У меня да, у тебя не знаю. Ну, Ариэль! Не вижу у Криса и Еву. Они не будут показывать нам презентацию? Ну, будем. Простите за опоздание. Ребята, что за смех? А ну тихо, ничего такого нет, что Ева сменила аксессуар. Ариэль, Тина, выходите на
молоко. Я изобрела эти духи, ну и Тина там, конечно, помогала, но... Чё? Так показывайте уже. Готово. Вау! Ого, прикольно. Только я вот слышала, как ты их в интернете заказывала. В интернете? Ари, ты что, нас обманываешь? Так это шутка. Давайте я вам лучше расскажу про трендовые шмотки. Вот я одета классно, а вот это кринж. Это же моя коробка. Тина, вы ее убрали? Это не я. Я не знаю, откуда она у нее. Кема! Ариэль, тебе F. Какой ужас! Ариэль меня снова опозорила! Подружка, вот, держи свою коробку. Отвали, предательница! Эй, ты чего? Ты все знала, да? Мы же вместе готовили презентацию. Я ничего не знала. Ариэль сама все придумала. Я бы тебе не предала. Я же пообещала. Ненавижу эту школу. Я так и знала, что здесь меня тоже будут обижать. Не обращай внимания на эту Ариэль. Она ненормальная. Фух, нужно закончить с презентацией, а то Криса подставлю. Идем в класс. Это правильное решение, подружка. Ну да хватит меня успокаивать. Да, я так понимаю, Крис будет один рассказывать презентацию. Ну, получается, что да. Я бы хотел рассказать про космос. Ну что ж, мы тебя внимательно слушаем. Простите, простите. Могу продолжить презентацию с Крисом? Да, конечно. Ну, я тогда начну, да? Итак, начнем с интересных фактов. Около 40 новых звезд появляется каждый год в нашей галактике. Когда мы смотрим на самую дальнюю из видимых звезд, мы смотрим на 4 миллиарда лет в прошлое. Офигеть! Реально? А еще в космос летают космонавты, чтобы исследовать новые планеты. Они выглядят примерно вот так. Вау! Вау! Вот так вот выглядят космонавты. Только у них там еще скафандры. Ну, я бы свой скафандр. Все, можете не продолжать. Ставлю вам А с плюсом. Что? Но это несправедливо. Они же фигню показали. Не завидуй. Я так переживала за презентацию, а все так легко получилось. Ну ты даешь, Крис. Я от тебя такого не ожидал. Крис, это что сейчас было? Ты о чем вообще? Ты должен был завалить презентацию с Евой, чтобы довести ее еще больше. Отвалите. Я сам решу, как и что мне делать. Слушай сюда. Тут все будут делать то, что я захочу. Это еще почему? Мой папа спонсор школы. И если я захочу, то ты вылетишь отсюда. Зак, спаси. Даже не пытайся, Зак. Или тебя ждет то же самое. Крис, прости, мне пора. Вы ненормальные. Ева хоть и ходит в коробке, и я никогда не видел ее лица, но она все равно лучше вас. Что? Ну как он посмел? Ева лучше нас? Да. Прикольно у тебя дома. Тина, а можно я кое-что тебе расскажу? Ну да, говори, конечно. Меня Крис обнял! Меня Крис обнял! Это сон! Ё-моё! Это тебе, походу, в коробку кислород не поступал? Вот ты и чокнулась! Я в шоке! Я в это не верю! Я хочу с ним встречаться! Так вперед! Что тебе мешает? Вот это! Не мешает мое страшное лицо! Это жесть! Тело там страшное! А где-то моя сладкая булочка Ева уже пришла со школы? Точнее, ты будешь сладкую булку? Мам, познакомься, это моя подруга Тина. Ой, ты сняла коробку. Какое
это ненадолго. Ясно? И вообще, я пришла за косметикой. Что? Косметика? Какая косметика? Ой, ей там Крис понравился, наш одноклассник. Ой-ой-ой-ой-ой, опять парень. Боюсь, чтобы он не разбил ей сердце, как это сделал Адам. Вы чего плачете? Адам сказал Еве, что она некрасива. И чтобы не пугала людей, пусть лучше наденет коробку. Офигеть. Так вот из-за чего это все. Бедная Ева. Не переживайте, я буду рядом с ней и буду ей помогать. Все, Тина, можешь идти. До свидания. Аккуратнее там. Девчонки, мы так давно хотели сделать вечеринку. Я все устроила. Ариэль, ты лучшая. А давайте будем слушать нашу любимую музыку и кушать вкусняшки. Да! А вы видели новый пост Криса в Твиттере? Нет, я за ними сижу. Он написал, что Ева умнее нас, прикиньте. Что? Это реально? Вот козел. Ева лучше меня? Я сейчас им там устрою. Что ты собралась делать? Я позову сюда всех мальчиков и Еву. Опозорю ее здесь. Сниму коробку, и все увидят лицо Евы. Ариэль, во-первых, мы хотели устроить девичник. А во-вторых, может, хватит уже трогать эту несчастную Еву? Ты посмотри на нее! А ты никто! И не имеешь права мне указывать! Ты офигела? Ты сама привлекаешь внимание к этой Еве. Еще слово, и ты вылетишь из моего дома и не попадешь на вечеринку. И раз, и два. Давайте, парни! Нужен больше медконтейнер. Мистер Донни, давайте лучше завтра. Мы устали. Стоп! 5 минут перерыв и берем вес тяжелее. Ушел наконец-то. Кажется, сообщение пришло. Так, приглашаю тебя и Зака на тусовку. У меня дома. Жду в 7. Это кто? Да от этой Ариэль ненормальный. Так не хочется идти. Да ты чё? Это ж тусовка. Там и другие девчонки будут. Погнали. Ну ладно, погнали. Тина, ну это бред! Какая вечеринка Ариэль? Я тут при чем? Идем, повеселимся. Тем более, это первый раз она нас позвала. Тина, пока! Ну, куда вот эта вот вечеринка? Я стрёмная. У меня нет красивых шмоток. Мне будет стыдно там появляться! А, тук-тук, можно? Лиз, ты зачем сюда пришла? А, ты же идешь на вечеринку Карель, да? Ну, может. Тогда отлично, я помогу тебе выглядеть офигенно. Ты? Нет? Ты явно что-то перепутала. Да нет, меня просто Ариэль выбесила, я хочу ей отомстить. А поэтому сделаем из тебя красотку. Лиз... Ну, ты же ее подруга. А, Ариэль тупица. Я общалась с ней ради популярности, а так мне пофиг. А, так что, оденем тебя. Что-то странное это все. Оп. Нет, нет, нет. О! Надень это, думаю, подойдет. Ну, как? Вау, ты невероятная, у тебя такая фигура красивая, но только вот с лицом проблема. Ну, да, так есть. Поэтому я и хожу в коробке, ну, чтобы людей не пугать. А может, снимешь ее? А я тебя накрашу, и ты станешь красоткой. Но я не знаю, как тебе еще помочь. Ой. Ну вот видишь, моему лицу уже ничем не помочь. Что, ты серьезно? Ева, да ты же красотка! Очнись, как ты могла прятать такое лицо? Ну ладно. Можешь мне накрасить, но я все равно пойду только в своей коробке. Ну и где все? Что? Никто не пришел? Не может быть такого!
выбирала, по магазинам бегала. Платье отстой. Привет, девчонки, как делишки? Критик, мы вас заждались. Всем приветик, ну что, давайте танцевать. А где это, в коробке? Не знаю, может передумала. О, чучело приперлось. Всем приветик. Ева, ты просто красотка. А, ну что, начинаем вечеринку? Да! Сейчас будет шоу. Вау! Не поняла! А где страшное лицо? Ева, мы не ожидали увидеть тебя такой красивой. Это невозможно! Она должна быть страшной! Да-да! Это моя подруга, моя подруга! Ева, ты красотка! Да, вообще, ты очень красивая. Эй, придурки! Это моя вечеринка! Офигели, идиоты! Вот это вы вчера классно оторвались! Вот бы еще повторить такую вечеринку. Ну да, только без Ариэль. Всем приветик! А вы не против, если я буду без коробки? Ева, ты такая красивая, что тебе нужно показать всем свое лицо. Ева, можешь у меня взять домашку списать? Нет, Крис, это я дам Еве домашку списать. Отвали, не мешай. Мы тебя пригласим в кафе, и будет у нас такой девичник. Да, и будет у нас своя компашка. Ребят, привет. Ева, ты просто прелесть, это точно. Эй, вы что, не слышите меня? Ребята, я хочу вам сказать. В общем, я решила, что избавлюсь от коробки. Это лучшее решение. Спасибо вам, что помогли мне избавиться от комплексов. Прощай, коробочка. Ты была со мной очень долго, но пора прощаться. Жесть! Эта дура уже и коробку выкинула. Ева увела у меня всех друзей. Мне нужно их вернуть. О, а если мне тоже взять коробку и прикинуться бедной, несчастной, страшной девочкой? Миссис Мелани, спасибо, что помогли моей дочери справиться с проблемами. Это не моя заслуга, это заслуга ее одноклассников. Да, это ребята мне помогли, а миссис Мелани поддержала меня в выборе. У вас замечательная школа. Идемте. Не верю, что я без коробки. Так прикольно видеть всех. Не через две дырочки. Класс. Ева! Иду на шопинг. Мы же теперь компашка. Давайте, я только за. Привет всем. Ого. А это еще что? Я Ариэль. Я стрёмная и я стыжусь своей внешности. Ты тупая? Зачем ты высмеиваешь Еву? Ты будешь издеваться над ее проблемой? Думаешь, это смешно? Пошла вон отсюда! Твои подруги больше не хотят с тобой общаться. Девочки, ну не надо так. Ариэль просто злится. Но не стоит обижать друг друга. Сейчас получим! Я
тема проекта? Заткнись, пацан! Тема про добро дурацкая. Вы вообще ку-ку? А ну встань и иди решать задачу на доске. Берите с Гвен пример. Она хоть что-то знает. Тихо! Миссис Кристи, я все сделала. Что? А ну села на место! Бегом! А ну успокоились! Тихо! Если не сделаете проекты, никакого выпускного у вас не будет! Да нам пофиг, мы сами его отпразднуем. Ты же вроде хочешь стать королевой школы. Так вот, без проекта про добрые дела корону ты не получишь. Ясно? Вот блин, походу у меня нет выхода. Вау, какой у тебя блокнот! Поменяемся? Хочу такие наклейки. Меняемся? Да. Гарри, давай поменяемся блокнотами. Меняемся. Я хочу еще эти. Можно? Посмотрите на этих мелких. Какие они бесячие. Встали. Че это у вас? Блокноты? А ну дай сюда. Нет! Это наши! Давай сюда! Кэсси, скажи им, чтобы не обижали нас! Гвен, выбрось эти сопливые блокноты! Эти малявки об них, козявки свои! Кэсси, зачем ты так? Пошли вон отсюда, малявки! И надо, нечего под ногами путаться. Ага, этот проект про добро просто какой-то ужас. А я хочу стать самой популярной в школе. Вот блин, неужели реально его нужно будет делать? Мы же понятия не имеем про добрые дела. Кэсси, Кэсси, помоги мне встать. Еще чего. Вот блин, бесишь. Ну что сделать? Не умею я быть доброй. Этот проект просто не для меня. Кэсси, а пойдем уже завтра с нами на тусовку. Будет полный улет. Не знаю. Мне кажется, придется сделать этот долбанный проект. Фу, даже не вздумай. Ладно, что-то решим. Пошли, девочки. Как же я хочу, чтобы Кэсси стала королевой выпускного. Я помогу ей с проектом, даже если она меня будет обижать. Я же ее люблю. Бабуля! Доченька, привет! Смотри, что я нарисовала. Это ты. Да, очень похоже. Молодец. А где Кэсси? О, вот она! Кэсси! Мы здесь! Кэсси! Блин, да чего она приперлась за мной? Кто это? Твоя мама? А, где? Вы о чем? Ну там вроде за тобой мама приехала. Вам, наверное, показалось. Это она за Ми. И вообще, у меня есть своя машина. Что-то мы твою машину никогда не видели. Просто на парковке никогда нету места свободного. И мне вообще лень просто водить. Да. Ну ладно, что там с вечеринкой? Не знаю. Мне нужно доделать проект, потому что я должна получить корону на выпускном.
Не поняла, с каких это пор тебя волнует учеба? Идем, Гвен, может, она образумится. Может, хватит орать, махать? Доченька, смотри, что мне Мия нарисовала. А ты тоже покажи, что сегодня делала. Вот, довольна? Вау, как красиво! Что за баловство? Ну быстро в машину! Мужик, вы типа перестанете этот кринж? Здесь меня никто не увидит. Да ты что такая грустная? Пусть с нами! Замолчи! У меня проблемы! Мне нужно сдать этот дурацкий проект про добро! Ну не переживай, я тебе помогу! Дай ты от меня, а! Мне не нужна твоя помощь! Эй! Ты вечно лезешь туда, куда не нужно! Эй, девочки, успокойтесь! Ты даже не дослушал! У меня суперская идея для проекта! Помоги трем! Отвали! Ты тупая и идеи твои тупые! Кэсси, перестань обижать сестру, я тебя сейчас накажу! Эй, это все Мия! Так, все, на этой неделе без карманных денег! Так тебе и надо! Закрой рот и не смей ко мне лезть, соплячка! А то я возьму твою куклу и оторву ей голову! Поняла, соплячка? А почему она меня так не любит? Мия! Ну блин, ничего с этим проектом не получается! Да заткнись ты уже, мелкая! Не так, конечно, не так, конечно! А ты кулак, что ли, надень? Не хочу! Бе-бе-бе! Дай посмотреть! Дай посмотреть! Да отвали ты, мелочь! Ты штаны лучше надень, а! Да кто там еще? Кейси, ну хватит фигней заниматься! Приходи на тусу! Не знаю! Мне же еще проект делать! Какой еще проект? Ты дура? Тут тусня, давай! Ты ж королева вечеринок! А я хочу быть королевой выпускного! Не надену, не надену! Я что-то придумаю! Мои штаны! Нет! Выходи без штанов! Я без штанов! Слышь, малая, мне нужно на тусовку смотреть. А как же проект? А его сделаешь ты? Чтобы до вечера проект был сделан. Я буду делать проект! Хорошо, вечер! Сейчас придет Гарри, и мы вместе такой проект сделаем! Ой, только штаны надену! А-ля-ля-ля! Проект. Я и добро — это две противоположные вещи. Ты нафиг тебе сдался этот проект? Забей! Я хочу стать королевой школы. Ты забыла? А давайте какого-нибудь лоха заставим. Давайте ботана позовем. Точняк, звоните Тайлеру. Так. Алло, Таверик. А не хочешь к нам на вечеринку прийти? Ага. Любимая, пойдем потанцуем, так соскучился. Ладно, уговорил. Я выиграла! Жалко, Кэсси ушла на тусовку. Я тоже хочу тусить. А у нас тут своя тусовка. Да, ты прав. И вообще, я делаю добро. Я помогаю Кэсси с проектом просто так. Да, ты супер крутая чика.
Кто такая Чика? О, я не знаю, но это звучит очень по-взрослому. О, а давай как взрослые танцевать медленный танец. Вау, давай! Ладно, хватит. Давай проект делать. Давай. Опа, а вот и ботан пришел. Идем. Садись и делай проект для Кэти. Я думал, вы меня потусить позвали. Еще чего, кому ты нужен? Ты же Лу. Зет. Отброс. Давай пиши что-то про добро. Я не хочу. Если не будешь делать, я отниму у тебя все карманы и деньги. Понял? Хорошо, я хорошо это сделаю. Как же хочется поиздеваться над этим чмошником. Так давай его освежим. Да. Эй, Тайлер, а как там твой проект? А? Зачем вы так с ним? Он же согласился помочь! А что, попускать плохого уже запрещено? Я позволила перед всеми на тусовке! Теперь у меня снова будет депрессия! Это уже перебор! Чего вы его трогаете? Он же просто делал проект! Че с тобой? Ты в последнее время стала такой душнилой? Ага, с тобой невозможно общаться! Эй, чё вы на неё накинулись? Она же реально права. Пойдём домой, Зак. Устала. Ну и валите, придурки. Я думаю, завтра его попустят. Скорее всего, это просто нервы перед выпускным. Я уж надеюсь. Чё стало? Иди танцуй. Угу. Достал звонить. Сейчас встану. Какой противный! Вставай! Отстань, мелкая, ты меня бесишь! Глянь, какой мы вчера с Гарри проект сделали! Нафиг мне твой проект, а? Эй, ты даже не глянула! Посмотри, пожалуйста! Пошла вон, мелкая! О нет, моя любимая кукла! Почему ты такая злая? Я для тебя стараюсь! Сделала проект, а ты даже не глянула! Да мне пофиг на этот проект! Мне главное на выпускной попасть! Я вообще попросила тебя заняться им, чтобы ты от меня отстала! Ясно? Думаешь, мне нужны твои каракули? Я думала, ты меня правда любишь! Нет! Ты меня бесишь! И ноешь ты так же противно, как и мой будильник! Я из-за тебя телефон разбила, дура! А я при чем? Меня даже здесь не было! Если бы ты меня не бесила, я не была бы такой злой! Ясно? Это ты во всем виновата! Куда ты села? Там же мой проект, который я делала! Залила тут своими вонючими соплями! А ну пошла вон отсюда! Если не надо! Я сказала вон! Блин, мне же в этой школе ждет Зак! Зак, что случилось? Представляешь, шутом на баскетболе ногу вывихнул. Теперь неделю на костылях ходить. Ужас, давай я тебе помогу. Да, мне нужно подняться наверх. Ну что, Кэти, тебя уже попустила? Ну да, наверное. Ты уже не хочешь быть добряшкой и защищать несчастных? Кэти, так ты мне поможешь или нет? О, еще один бедняжка. Ты же не собираешься ему помогать? Я не знаю. Ну, ты, конечно, можешь ему помочь, но тогда забудь о нашей дружбе. Зак, прости. Давай как-то в другой раз.
Кисси, да ты офигела! Я единственный, кто вчера поддержал тебя на тусовке! Что ты нафиг, сам справлюсь! Молодец, Кисси, так с ним и надо! Я делала своего любимого. Ладно, вы правы! Сам справится, пойдемте! О, Кэсси, смотри, твоя соплячка ноет. Что случилось, мелкая? Я потеряла свою куклу. Она была самая любимая. Малявка задолбала. Эй, зачем вы так? Я скучаю по своей кукле. Хватит сопли жевать. Да что ты ноешь по этой кукле? Достала. Пойдем отсюда. Нет, стойте. Кэсси, мне надо тебе кое-что сказать. Фуми, отстань. Ну послушай меня, послушай. Фу, какая противная девка. Уходим. Ну, Кэссичка. Ладно, задолбала, рассказывай давай. Короче, идея такая. Ты делаешь добро трем людям, а они в ответ еще трем. И так получается целая цепочка добра. Ну, не знаю. С другой стороны, у меня уже нет вариантов. А я не хочу остаться без короны. Ну, давай, будет круто. Хорошо. Только ты будешь снимать меня на камеру. Договорились? А можно я возьму нашу старую семейную камеру? Плиз. Окей. Ура! Мы с Кэсси будем делать проект вместе! Левее, левее. Правее. Ну, чуть левее. Так достала меня, давай уже снимать. И иди давай, делай доброе дело. Гарри? Привет. Тебе помочь чем-то? Я не могу посчитать, сколько денег мне дала мама. Я помогу! Помогу маленькому мальчику посчитать. Мне не трудно, а? Ну, тут где-то 100, 150 или 400, или 90. Ну, что-то типа такого, да. Что? 90? Но мама сказала 200! Я потерял деньги! Они были на покупку шлема для велосипеда! А ну не ной! Раз потерял деньги, то тебе и эти не нужны! Ты мне только портишь видео! А ну пошел вон отсюда! А ну! Ты че? Так нельзя! Какие уборщицы! А давайте я вам помогу пол мыть, а? Ты что делаешь? Вот такая я молодец. А теперь идем в столовую. Там много кому нужно тоже помочь. Ага. Сейчас мы поможем нашей любимой учительнице миссис Кристи. Миссис Кристи, здравствуйте. Я вижу, вам очень тяжело. Я вам помогу? Не нужно мне помогать, я сама. Нет, я помогу. Прыгай, прыгай, прыгай. Что делать? Что делать? Это катастрофа. Кисти, ты отстранена от проекта. Я выпускала тоже. Что? Нет. И даже не попадайся мне на глаза. Вот видишь, у меня не получается быть доброй, потому что я не добрая, а злая. Успокойся. Ну, вот, хотела как лучше, а получилось как всегда. Какая же она стрёмная. Как можно было такое выставить в инсту? Вообще не понимаю. Ой, Кэсси, а что это за старье у тебя в руках? Это камера моих родителей, я на нее снимаю. А что, 14-й айфон они тебе не купили? Вообще-то это для проекта. Мы с Мией снимаем, как я делаю добрые дела. Фу, добрые дела?
Вообще-то я хочу на выпускной. Не обязательно было так унижаться. Мы вот, например, заплатили нашей однокласснице, и она пишет проекты за всех. Я хочу сделать его сама, ясно? Чтобы получить корону королевы школы заслуженно. Ты кринжовая, Кесси. Как можно хотеть делать добро? Мы же главные стервы школы. А я не хочу быть жестокой. Я больше не стерва. Ты не наша подруга. Ты предала клуб стерв. Ага, такие нытички в компании нам не нужны. Идем. С ней даже стоять стыдно. Ага. Это тот. Ну и пошли вы. Задолбали. Почему у меня не получается стать доброй? Это так наигранно выглядит. Я не умею делать добро. Что это? На камере до сих пор хранятся старые записи. Ого, это же я в младшей школе. Была влюблена в ботана. В детстве я и правда была хорошей. Зачем я обижала Мию? Я же тоже когда-то была маленькой. Нужно все обязательно исправить. Я больше не хочу быть злой стервой. Мия! Нужно поговорить. Чё? Ты меня обняла? Миечка, прости меня, пожалуйста. Я вела себя как полная дура. Я больше не буду тебя обижать. Я и правда тебя очень сильно люблю. И я тебя тоже люблю. Так что с проектом? Ну, не знаю. Я хоть и помогла трем людям, но получилось все только хуже. Ага, это не считается. Блин, вот была бы здесь моя кукла, она бы нам подсказала. Слушай, я поняла. Тебе нужно помочь трем людям не понарошку, а по-настоящему. А, в смысле? Ну, не для проекта, а так, чтобы от души. И тогда все получится. Миечка, ты же гений. Потому что добро должно делаться просто так. Спасибо тебе. Удачи, сестрёна. У тебя все получится. Привет, Тайлер. Ты как? Пришла надо мной поиздеваться, да? Нет, не говори так. Я пришла, чтобы извиниться перед тобой. Вы надо мной издевались и загнали меня в депрессию. Я даже в школу не ходил. Вы меня опозорили. Ну, тише, тише. Успокойся. Я и вправду поняла, что мое поведение было просто мерзкое. Я хочу извиниться перед тобой. Прости. Ну, ну стой, не плачь. Смотри, я тебе кое-что сейчас покажу. Это мы были с тобой такие маленькие. Ого, такие смешные. Да, мы были с тобой друзьями. Тайлер, тебя так не хватает в школе. Возвращайся, пожалуйста. Ну, если ты так просишь, хорошо. Да? Давай еще посмотрим. Давай. Чё ты пришла? Вали отсюда! Зак, привет! Нужно поговорить. О чем? Ты меня бросила, когда мне было плохо. Я хочу извиниться. Я вела себя очень плохо. Я больше не хочу быть такой. Ты мне так дорог. Угу. И поэтому ты выбрала своих подруг, да? Ну, я думала, это круто быть злой. Но это вообще не круто. Даже не знаю, прощать тебе или нет. Ты меня сильно обидела. Ну, я наконец-то все осознала. С
Круто любить и творить добро, не требуя ничего взамен. Ладно, рад, что наконец-то до тебя дошло. Надеюсь, теперь ты усвоила урок. Да, а давай я помогу тебе подготовиться к выпускному. А? Подберем тебе наряд, а потом на костыль бантик привяжем. А? К выпускному я уже поправлюсь. И мы обязательно станем королем и королевой вечера. Двум людям я уже сделала добро. Надеюсь, моя цепочка сработает. Я обязательно помогу еще кому-то. Гарри! Мия! Добрый день, Китти. Как ваши дела? Ой, отлично. Я забыла рассказать. Гарри, ты представляешь? Я потеряла свою любимую куклу. Блин, как так? Я обещаю, когда я стану взрослым, я куплю тебе миллион таких кукол. Ты такой добрый. Как же жалко сестренку. Это же точно такая же кукла. Это последние мои карманные деньги. Потрачу их на Мию. Она это заслужила. Здравствуйте, а мне эту куклу? Вот. Снимите. Надеюсь, этого хватит. Хватает. Пожалуйста. На самом деле не хватает. Но я доложу свои. Нужно делать добро. Мия, смотри, твоя кукла нашлась. Ты нашла ее! Спасибо тебе большое! Я очень рада сделать для тебя доброе дело. Офигеть, я сделала аж 3 добрых дела. Спасибо, Тайлер, я такая неуклюжая. Не переживайте, мне нравится помогать людям. Что? Моя цепочка взаимопомощи работает? Да, я вам помогаю Лили клеить афишу. Это улет. Твоя нога наконец-то зажила. Спасибо тебе. Добрые дела помогают выйти из депрессии. Кэсси, можно тебя на минутку? Мы хотели извиниться. Твоя цепочка добра – это супер. Твоя сестра помогла мне помириться с мамой, а я в ответ помогла Тине. Оказывается, делать добро – это очень круто. Ничего, я не обижаюсь на вас. Главное, что мы все поняли. Кисси, твой проект просто изменил нашу школу. Я горжусь тобой. Ты допущена до выпускного. Мне нужно сказать срочно спасибо сестренке. Все, я побежала. Мия, ты супер! Спасибо тебе за идею с добрыми делами. Мой выпускной спасен! Ура! Ура! А давай больше никогда не ссориться. Ты моя самая любимая сестра. И ты моя! Повеселимся! Моя сестренка! Я помогла 3 людям, а они в свою очередь помогли еще 3. Так и запустилась моя цепочка добра. Мой проект удался. Спасибо за внимание. Кисси, ты большая молодец. Благодаря тебе наша школа стала лучше. И все дети поняли, что такое добро. Ты становишься королевой школы! Ребята, спасибо вам большое, что поверили в мой проект. Без вашей поддержки я бы не справилась. А еще бы я не справилась без поддержки своей маленькой сестрички Мии. Мия, иди к нам. Ура! Моя сестра королева школы! Миечка, эта корона теперь твоя. Именно ты королева школы. Я? Разве так можно? Нужно! Благодаря тебе мы все стали добрыми. Гарри, Гарри! Я королева! Ты такая крутая! Ребята, а теперь танцы! Ура! Я спасла выпускной!
Сначала мы с Гвен были такие злые, и Кэсси была с нами. Такая, ну, мы всех обижали, но сейчас мы поняли то, что это плохо, надо делать добрые дела. Вот, давайте поговорим, какие бы добрые дела вы хотели бы сделать. Гарри, начинай. Хотели? Меня начинаете, да. О, ну это очень хороший вопрос. Ну я вот, честно говоря, хочу построить тут везде, вот в каждой стране по школе. Именно хороших, качественных школах. Вот это моя мечта. Чтобы... А какие у вас мечты имеются? Чтобы был мир во всем мире. Вот доброе дело такое. Да, да, это самое доброе дело. Я бы посадила очень много деревьев, потому что они делают воздух свежее, и мы с вами им дышим, и от этого все будут здоровыми, поэтому это очень хорошее дело, я считаю. Так, дальше. А можно, я извините, а кто какие добрые дела сделал? Ну, один, может, расскажет. Я. Я помогла своему брату есть шоколадку, чтобы у него не болел живот. О, это как я могу доброе дело. А вот я недавно достала котенка с дерева, он был маленький, он очень, ну, плакал так, хотел спуститься, вот я ему помогла. А я молодец. Я недавно Тихий океан почистил. О-о-о, жесть. От чего ты его почистил? Сеткой, да? От засоров, да. Ты его прокипятил, чтобы он не сорвал? Хотела бы, чтобы все меньше использовали пластик. Потому что это очень важная проблема, мне кажется, что... Океаны засоряются. Ну, и... Таля уже почистила, это страшно. Почистила только Тихий, еще знаете, сколько океанов. Да. Ребята, вот я вам скажу, вот когда вы делаете добрые дела, вам вот по-настоящему от них вот приятно и кайфово. Когда вы делаете плохие, честно говоря, вам особо и неприятно. Если вы будете помогать специально, просто чтобы сделать какое-то доброе дело, будет получаться как у Кэсси. Вы перевернете там что-то там, еще что-то. Вот, это плохо. Так, поэтому я понимаю, да. Она пыталась помочь, и у нее ничего не получалось, потому что... У нее суть была записать это на видео. А надо делать добро просто так, подписчики! Да! Добро просто так! Добро, чтобы это было добро! Это слоган нашего канала. Добро просто так! Пишите в комментариях. Добро просто так! А теперь смотрите наши блогеры! Добрые! Наши наилучшие! Наши добрые блогеры! Я попросила заняться проектом, чтобы ты от меня достала. Отстала. Розмовляю українською, а тут треба дружечки не твою мову розмовляти. Что это? Ну что ж тут такие? Не можу, я просто вибачте. Подскальзываешь, что жжешь.